Я прихвачу Билли с собой. Хрена лысого ты! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить игру Stranglehold. Ну что же, теперь нас ждет пятая миссия, которая начинается прямо сейчас. Этот коп здесь из-за тебя. Кровь моего брата на твоих руках. У каждого своя участь, Даймон. Даже у нас с тобой. Твой брат встретил свою судьбу. Живи дальше. Надо отвезти девок в Гонконг и завершить сделку. Заберешь мелкую и будешь ее охранять, если кишка не тонка. Я прихвачу Билли с собой. Хрена лысого ты! Делай, как я сказал, или все кончится здесь. Прямо сейчас. Выбирай. Пьянка кончилась. Пора домой. Текила. Ну что же, нас ждет Чикагский исторический музей, где мы выучим всех истории точно так, как следует. Текила пришел за своей дочкой. Поэтому никто не останется жив. Итак, они куда-то увели ее, но мы догоним. Мы догоним всех и каждого. Да куда же ты? Вот так, другое дело. Yes, отлично. Итак, что же, куда нам, наверх или вниз? Наверх или вниз, наверх или вниз? Что-то я не понял. Видимо, все-таки вниз. Ух ты, дробовики, это плохо. Дробовики, это очень плохо, парень. Отлично. Так, надо бы неплохо прихватить аптечку. С первой партией уродов у нас покончено. Так, где-то я здесь видал аптечку, вон она. О, не успели мы разобраться с первой партией, как вторая уже подошла. Двоих! Ха-ха! Ух ты, ёлки-палки! Сколько ж вас тут? Сколько же вас тут, а, ребятки? Отлично, теперь у нас есть винтовочка. Ух ты, ух ты! Со всех сторон, но мы к этому привыкшие. Что, ребята, научимся немножко истории? Нет, вы учитесь только разрушать.
куда это ты выкатился? Есть. Готовы оба. Так, надо взять винтовочку. Ух ты, мы уже здесь. Че это? Как это мы так? Ух ты, что это за монстр выскочил на нас. С криком дикого бабуина. Так, теперь откуда? Неужто опять снизу? Что, все готовы? А вот и новая партия. Ух ты. Тихо. Тихо, ребят. Что ж вы такие недобрые? Вот так вот. Продолжаем игру. Берем аптечку. Так, надо телегу запрыгнуть. Да давай уже, запрыгивай. Ага. Здесь пока никого не было, не знаю зачем телега. Ради одного парня? Ради того, чтобы одного парня убить стильно? Да, куда ты? По одному лезут, что это? Что это? Что это? Это не бой для текилы. Вот это бой для текилы. Ух ты, да, ребята любят с криком выходить. Ух ты, со всех сторон. Со всех сторон прямо. Как кошмар. Куда вы все беретесь-то, а? Подлечиться. Фу. Винтовочка. Что-то вас слишком много, пора с вами разобраться. Красота. Вот и новые. Куда вы лезете? У текилы еще много козырей в рукаве. Ты когда умрешь-то? Что такое? Что с тобой не так? Yes. Меня пробил, он сказал. Еще бы тебя не пробил. У меня М16. Так, видимо, пора двигаться наверх. Именно так. Самое время двигаться наверх. Второй. Третий. Да елки-палки, уже патроны заканчиваются. На! Надо вылечиться. Скорее. Хоть ты, ё-моё. Сколько ж вас тут? Че вылечиться, добежать до аптечки? Фух, по полной. Отстреливаем. Да на тебе. Ух ты, чтобы метнуть гранату, нажмите Q. Теперь у меня еще гранаты добавились. Отлично.
Ну что, ребятки, кажется, давно не получали. Вот вам гранатка на закусь. Готов. О, а ты чего, не погиб от моей гранатки? Всемогущий. Красота! Отлично. Винтовочка, да, то, что надо. О. Как взять-то? А, надо просто подойти, понятно. Противостояние. Ну что, парни? Поиграем? Ух ты, прям в спину, это жестко. Готовы! Ха-ха. Красота! Ух ты, ух ты! Так, тихо, 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 тихо. Ничего себе, это кто там сейчас был сверху на меня такой? Кто там такой добрый на меня сейчас стрелял? В меня. Ты кто такой? Отлично. Еще один, что ли? И второй. Ну чё, доснайперились, ребята? Не с тем связались. Килл из пистолетов стреляет, как вы со снайперкой. Ух ты! Тебя я не ожидал, парень. Но ты не стал для меня помехой. Отлично. Да выключай время. Я хочу... Тележка! Так, покатились. Покатились, уже поздно покатились. Я лучше возьму аптечку. Yes. Ну что, новый зал и новая бойня. Ух ты, спецназовцы, похоже. Да, именно так, спецназовцы. Ух ты! Вот это уже более жестко. Да-да-да-да-да, спецназовцы, это уже... Это вам уже не игрушки. Разрушайте, не разрушайте мой камушек. Не разрушайте мой камушек, не надо. Куда ты, куда ты, куда ты? Эх, гад, перекатился, успел. Кошмар, а? Вот ты и попался. Вы хоть и крепкие парни, но голова ваша мягка, как и у всех остальных злодеев. И еще пачка. Готов. Так. Все? Так, ну пока что вроде все. Продолжаем двигаться. О! Узихи. То есть МП-5. Да откуда ж вы все берете? Видимо, мне дали время передышки. А теперь опять они понеслись. Ладно, мне кажется... Время идти наверх. Ух ты, у меня оружие кончилось. Вот это, да? Вот это я не ожидал. Фу, они похожи в бронежилетах каких-то. Да, МП-5 шикарная пушка. Просто шикарная.
Отличная винтовочка. Где вы? Все прячутся, а? Никто не хочет уходить на текилу. Никто не хочет. Отлично. Ух ты, елки-палки. Вот это да, вот это их много. Ничего себе. Откуда вы все беретесь? О! Так, 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 скорей, аптечка. И вам всем пришла смерть. Ну, что-то их маловато было. Мог бы и так разбить. Но здесь журавликов... Ух ты, опять не бежали. Какой-то кошмар. Где? Где еще? Падай. Больше ты не жилец. Фу. Еще. Где? Готов. Да, это простенько. Особенно они с таким звуком еще спускаются. Без палева. Так, где-то еще один остался, видимо, или парочка. Время их найти. Или они нас найдут. В любом случае, останется только один. Так, ага, журавлик. Ну где? Ребятки. Ребятки, покажитесь. Время вам вылезать. Ну, где же вы? Ну. Ух ты! Неожиданно. Неожиданно вы тут выскочили. Целой толпой. Ага. Продвигаемся дальше. По историческим кладезям. Отлично. Так, мне бы... Эй! Ты фотки ломаешь? Чьи бы они ни были. Опять они с криком. Гориллы, слушайте, жирный какой, а? В голову только хорошо берутся. Ну, в голову, конечно, все хорошо берутся. Тут ничего не скажешь. Так. Ну все, пошли дальше. Тут я что-то ничего не вижу. Может, разве что аптечку надо было взять. Ну да бог с ней. О, мы переходим, видимо, в китайскую часть музея. Всем привет. Отпусти ее. Давай, забери ее. Ах ты говнюк. Я до тебя доберусь. Замочить эту сволочь. Что? Кто еще сволочь? Украл дочку. Ударил ее. Назвал меня сволочью. А, вот ты где. Он будет умолять о пощаде. Он тебе гранат. Что? Я заплачу за все. Это моя. Моя фраза. Ты умрёшь, мой брат. Так, тихо, тихо. Спокойно. Небольшая аптечка.
Да когда они кончатся-то? Твою мать! Долбаные бородатые говнюки, когда они кончатся? Можешь начинать молиться. Ух ты! Ничего себе, куда это он меня прокинул? Что это было, я не понял. Но зато у меня есть интересная возможность. Я кидаю гранату. Выходи, хочу снести тебе башку. А, он заряжает этим снайперским выстрелом. Понятно. Ой, здесь упасть можно. Я не знал. Ладно. Где ты? Шквал! Ну что ж, отведай-ка моего свинцового шквала. На. Не, ну, блин, плохо его берет чего-то эта фигня. Ага. Ну что же, парень. Кажется, зря ты эту штуку обрушил. Потому что я до тебя доберусь. Прямо сейчас, парень, прямо сейчас. Мне бы еще гранаток бы было бы неплохо. Ну что, отведай-ка второго шквала. Куда это ты бежишь? Куда это ты бежишь? Вы смотрите, какие у него глаза испуганные. Воу! Пуля прошла прямо над головой. Я не знаю, что и сказать. Ты опоздала на самолет. Мне пришлось уйти, чтобы уберечь тебя и Теку. Зря ты мне не доверилась. Я любила тебя. Разве этого мало? Как ты нашел меня? Меня прислал твой отец. Забавно, да? Мой отец? Нет. Золотая трость забрала Теко в Гонконг. Найди ее. Спаси ее. Прошу тебя. Обещаю. Прости меня. Конечно. Как трагично. Это сволочь Джерри убил Билли. За что? Почему? На кого он работает? Ну ничего. Я с тобой сейчас разберусь, засранец. Ох, разберусь. Ну что, где ты? Противостояние еще одно. Отлично. Теперь вам точно не сдобровать, говнюки. Откуда у них вторые пистолеты? Я же у них отнял их. Один. Второй. Третий. Четвертый. Что, где вы? Вы психи чертовы. Откуда вы все беретесь? Бородатые кричащие мужики. Как же вы мне надоели. Так, отлично. Отлично, с этой пачкой. Еще одни. Я же думал, с этой пачкой разобрался. Нет. Ух ты, сзади. Сзади. Сзади нас накрывают. Срочно вылечиться. Винтовку. Еще двое. Вот это да. Вот это быстро. Вот это жестко. Еще один.
Фу. Еще вылечится. И внизу еще. Какая жесть, а? Так что. Пулемет! Так, пистолетики нафиг. Пулемет! Тебя будет ждать он. Ха-ха. Так, ну что, всех перебил? Фу, вроде всех перебил. Ну что, надо подлечиться, аптечку видел. И отправляемся дальше. Стильное убийство, самое эффективное. Ну что ж, Джерри. Вот и ты. И ты опять бежишь. Правильно, беги. Потому что... О, нет, это же дымовой... Дымовая граната. Так, это уже намного хуже. Это уже намного хуже. Они не спустились. Спустились со всех сторон, поэтому время. Вихря. Смерти. Ну что, ребята, следующие? Да, еще идут. Еще идут, конечно же. Мне бы дождаться, пока дым рассеется. Ух ты, там еще пули идут. Куча пуль. Я даже не вижу просто откуда, все в дыму. Как они меня-то видят? Так нечестно. А, вон он тут. Что еще? Новый газ, что ли? Да хватит уже. В самом деле. А, вот. Газ начинает рассеиваться. То есть дым. Надо сбить эту штуку. О! Этот готов? Где ты? Где ты? Я знаю, ты здесь. А, вот и ты. А эти говнюки уже маски на себя нацепили. Заметили? Так, я не понял, новые что ли? О, да, новые на веревках на своих. Спускаются и спускаются, спускаются и спускаются. Как же вас шибить-то всех? Сверху, сбоку, со всех сторон. Так, мне нужна какая-нибудь аптечка. Фу, защити меня, камушек. Да меня даже камушек не защитит. Сидят там наверху дурацкие человеки-пауки. Да, только что был здесь, уже его нет. Ой. Так, мне нужно другое оружие, я не хочу пока тратить эту ценность. О, МП-5, то, что надо. Вообще, аптечка. Фух. А, вон ты где. Ну, вылезай. Вылезай. Ну, давай. Ладно, я сам за тобой приду. Отлично, дым рассеялся. Хорошо, что он здесь не все время. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, дробовик в упор, что может быть хуже. Теперь еще отсюда и опять в упор. Так, мне уже пора новую аптечку брать. Отлично. Ну что ж, теперь верхний уровень. Ух ты, елки-палки. Опять пулемет. Да где оружие хоть какое-нибудь? А, вот дробовик. Не, вот они от дробовика... Нормально им все. У них все зашибись. Да получай. Да, ну, пулемет, конечно. Что, опять? Может, хватит? Какой кошмар, как вы достали-то меня. Ух ты, ячицкая сила. Откуда же ты взялся, бородатый мужик? Какой кошмар. Откуда вы все беретесь? Лезут и лезут. Спрятаться. Ой, я аптечку где-то прихватил. А это хорошо. Пулемет-то с одного выстрела практически и гасит. Неплохо. Вон он висит там. Ну.
ты умрешь когда-нибудь? Нет, я не попадаю с этой штуки. Я с этого не попадаю. Совершенно. О, винтовка. Отлично. Но с пистолетом на таких дистанциях вообще неэффективен. Даже не попадает в них. Ну что же, новая дорога, новые враги, новые жертвы. О. Отлично. Ты еще откуда-то взялся? Ничего себе, мы в какую-то канализацию уже спускаемся. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Ух ты, сколько вас здесь. Суровые ребята. Идут и идут. Табунами прям, табунами. Ух ты, да вас тут... Ничего себе. Хо-хо-хо. Да, многовато вас было, честно. Не ожидал я такого теплого приема. Эй, я думал, я тебя убил. Фу. Нормально, аптечка. Я думаю, опять сейчас полезу, да? Всего один? А, нет, вот, бородатый кричащий мужик, конечно, как я мог про него забыть. Это непременный атрибут. Всех наших сражений. Ну что, новый зал? Кто тебе заплатил? Кто хотел убрать Билли? Тот же, кто послал тебя за ней! Мы с тобой вертимся в диком бизнесе, старина. Ничему нельзя верить. Ну что же, Джерри? Я хотел получить свою долю. Теперь мы знаем, на кого ты работаешь. Все. Почему не включилось замедление? Вот теперь включилось. Ух, ё. Шквал! Зарядились и погнали. Эй, у меня шквал был. Что ж такое? Ну так нечестно. Так нечестно. У меня был шквал. Я, собственно, не хотел его просто так потратить. А теперь чего? Где этот гад? Где этот гад? Почему я его не вижу? Где он? Ну ладно. Главное не растрачиваться сильно. О, хорошо. По одному патрончику. Главное, чтобы хватило мне на шквал. Так, штурмовую. Взяли. Так, небо аптечку. Аптечки тут нету. У нас гранатки зато есть. Ух ты! Лечимся, лечимся! Замедление! Фух! У вас здесь, а? Течка! Фу! Еще один! Еще! Ух, у вас сколько! И здесь еще, и здесь. Комбо 42. Вот это мощно. Я вам скажу. Вот это комбо-то комбо. Фу, 51. Один из нас сдохнет, и это буду не я. Да! Тут еще Николас и Кейджа фейс нужно вставить. Ну и где ты? Мерзость. Мы можем обойтись и без этого. Да. Сейчас я только шквал в тебя заряжу. Тормози, парень. Тормози, шквал. Куда ты прыгаешь? Мы с Тека просто хотим жить той жизнью, которая могла бы быть. Ну вот, мистер Лонг.
доказательство, что ваша дочка и внучка живы. А теперь я расскажу, что будет, если мы не сумеем договориться. У меня есть имена полицейских, политиков, ваших подставных фирм. Все они связаны с когтем дракона. Однако, если вы пойдете против нас, ваша дочь Билли назовет имена этих копов и политиков в суде и отправит вас за решетку. Она готова на это, лишь бы я пощадил Теко. Но ничего этого не будет, если вы просто уйдете в тень, отдав нам Гонконг. Вы слишком долго держали его мертвой хваткой. Ваша семья не оказались лишними, зато в моей пригодятся. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли пятую миссию. Это была миссия открытий, разоблачений и предательства. Нас предал Джерри, мы отомстили ему, но он еще убил нашу возлюбленную. Ну что же делать? И мы открыли совершенно новую информацию. Собственный отец предал собственную дочь ради бизнеса. Ну что ж, я думаю, теперь мы отправимся прямо за ним. Прямо за главой Золотой Трости. Ну что же, на этом я заканчиваю прохождение пятой миссии. Встретимся в шестой. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.